Сказочная «Ундория» поборется за звание лучшей картины Приволжского федерального округа. Мурал с таким названием сейчас рисует на бульваре архитекторов. И его автор, стрит-арт-художник Марат Петров, уже вышел в финал окружного фестиваля «Форма арт». Он инициирован полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. Данный проект направлен на вовлечение молодых художников в трансформирование городской среды посредством вот как раз вот таких вот муралов. Тематика 2022 года посвящена наследиям культуры и народа России и регионов сквозь время. Наш мурал называется «Сказочная Ундория». Я думаю, полностью соответствует нашему региону. Есть поверье, то, что симбирцит приносит удачу. И вот девушка, вытянувшись к симбирциту, она вдохновилась и вдохновилась к созданию каких-то изделий из симбирцита. Безумно интересно и важно в этом проекте было поучаствовать, и хотелось выделить и подчеркнуть наш регион. По задумке автора, работа должна показать уникальную историю симбирцита от зарождения минерала до настоящих дней, когда его активно изучают, добывают и используют для изготовления украшений. Работа на девятиэтажке должна быть завершена 25 сентября, а уже с 30 числа начнется общественное голосование на сайте конкурса. Список лучших работ обнародуют в ноябре. Приз автору, лучший из них, 200 000 рублей.